Мы сегодня приехали смотреть на пауков, а мне уже страшно, хоть даже они в аквариуме. Твои впечатления. Где здесь паук? Покажи. Вот. Ох, офигеть. Эти пауки. Скорпион? Да, скорпион, ух вот ты. Он. Капец. О, а это кто? Ага. Хамзат, где это? Где? О, вот он. Вот на руки усядь. Не хочешь? Это у меня. А где здесь один? Мадагаскарский таракан. И сейчас я возьму его на руки. Да. А как позвать? На, мадагаскарского таракана. Можно? Да, зима все милые. Вот здесь еще есть. А где скорпион? Вот такой вот пузо. Пузатик есть. Ничего себе. А здесь где? Не нашел, да? Нашел, вот он. Где? Что, я не где-то здесь? Угу. А смысл снимать камеру? Хочу. Как? Отлично. Чувствуется, как будто бы кто-то вперед, как будто бы кот меня кусает. А Симчик счастлив. Ты счастлив? Вот это вот взять. Как тебя, Зимчик? Отлично. Он милый и добрый. Всё. Ой, мой, давай. Ну давай. Он такой милый, сними его гаски. Так, все, давай. Зато смотри. Спокойно сидит. Он немного боится. Он тоже боится, как и я. Да. Заехали в Реджину.